такой вот новый пациент, Fisher PHW405K, примерно 86-87 годов выпуска. Вскрою, может, где же там стоит. Не такой распространенный, как 702-й. Этот с нормальным диапазоном радио 88-108 МГц. Ничего перестраивать не надо. В целом, в неплохом состоянии, косметику оценил бы на 4 с плюсом. При осмотре обнаружил, что очень туго вращается ручка настройки радио. Буду разбирать, чистить, мыть. При осмотре радио работало, кассеты воспроизводились, перематывались. Надо посмотреть состояние пасеков, возможно, менены до меня. Навряд ли бы сохранились заводские до сегодняшнего дня. Наверное, Эвери Роберт Фишер сильно бы удивился, узнав, что в 21 веке к его фирменному значку 1945 года птичка с нотой в клюве будет сохранен интерес у некоторой категории граждан.